Нажми, чтобы активировать. Только прыгай, когда это все будет открыто. Офигеть! Эта карта, мать его, мама мия. Я прыгать должен! Да идите вы в жопу, я отказываюсь от этой работы, я пошел домой, пиццу закажу. Идите вы в жопу, туда прыгать, да, прыгните сами, а я домой пошел, в жопу спасать этот мир. Или все же спасем? Спасем! Давайте! Bed Wars, Sky Wars, различные мини-игры, также прятки, лайки, блоки, варс и многое другое ты сможешь найти на канале Крокос Ред. Заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, очередное прохождение новой крутой карты, которая называется Terra Swoop Force. Многие уже, наверное, знают, что это за карта, и многие уже признали ее самой лучшей картой в истории Майнкрафта. А кто ее еще не смотрел, то вас сегодня просто-напросто разорвет башню. Потому что это настолько крутая карта, что прям... это все, что можно сказать. Ребята, я буду рад, если вы запилите большущий палец вверх. Вот как такой, только в два раза больше, ребята. Каждый лайк для меня важен. И я вам обещаю, наберем 2500 лайков, выйдет новая серия сразу же. Чем больше лайков наберем, тем мне, ребята, приятнее. Потому что я вас люблю и даю вам свою любовь новыми видео. Буду рад, если вы меня также благодарите и поставите свой лайк. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Можете делиться этим видео со своими друзьями, делать репост ВКонтакте. Ну и, конечно же, ребята, писать свои комментарии, потому что я читаю все ваши комментарии. Да, все, Эдисон, заткнись, будем приступать, ребята, к самой карте. Что у нас тут есть? Нажми на меня, чтобы проверить звуки. Нажми сюда, чтобы проверить музыку. Круто, даже собственные звуки и эффекты есть. Это команда Nox Crew. А, она такие карты вытворяет, то что это с ума может сойти. Если это выглядит как ступеньки, то тогда тебе нужно скачать текстурпак. Но это выглядит нормально, это выглядит работающий нафиг компьютер. Да, и что нам нужно? Нажми сюда, чтобы войти в карту. Нажми, то есть нам нужно сюда войти, в этот телепорт? Офигеть! Да, эти все настройки я уже сделал. И сейчас, ребята, мы появились на каком-то вертолете. Сейчас мы спускаемся. Офигеть! И это, наверное, центр по исследованию. Ребята, если вы не знаете, то эта карта про апокалипсис. Это карта про конец света. И нам нужно его спасти. Нам нужно, ребята, как-то его спасти, потому что свету наступает конец. И, ребята, мы станем героями, мы попытаемся его спасти и посмотрим, что тут случится. Тут информация о команде, ребята. И сейчас мы будем двигаться в этот центр, будем смотреть, что же тут такое у нас есть. Oh, welcome, welcome. We were expecting you almost half an hour ago, but being a tad late. Я влюбился. Какой голос. Okay, ага, то есть мы вас ждем. Спасибо. Have fun. Спасибо. See you soon. Я тебя тоже. Have a nice trip. Спасибо. Все. Are they gone? Все. Are we finished? Да. Все? Мы закончили? Все? Ты успокоилась? Миленький голосочек. Короче, нам нужно пройти на какую-то конференцию, где ученый вот этого университета, самый главный профессор, будет нам рассказывать, что же тут происходит не так и что нам нужно сделать. Как же тут все продумано, как же тут все круто сделано. Не курить. Ребята, курение плохо, я не курю и никому не советую. Так, что у нас тут есть? Второй этаж, воркшоп. Ага, я туда еще не могу пойти, это второй этаж. А я сюда могу пойти? Привет, как дела? А вы тут? Групповушка, ладно, ладно, не буду мешать. Так, вы тут в порядке? Носатые, в порядке? Да. Я потопчусь на столе, ничего страшного, не... Хавчик! Все мы любим хавчик, носатый, дай мне что-то пожрать. Салатик, а это что у нас? Ребят, что это такое? Мне кажется, какая-то кокуля носорога, фиг его знает. Ты что тут делаешь?
И ты тут прячешься, прячешь... Обижают! Обижают Носатого. Ну да ладно, мы пришли сюда не за этим. Мы пришли сюда, чтобы спасти мир. Я могу присесть? Нет, не могу присесть, но все же очень круто. Так, я надеюсь, что я в правильном направлении иду, иду, иду. Вы там побазарьте немного. Ага, так. Тут выход, нет, нам не сюда. Как, какой вид крутой, да? Закроем двери, чтобы никто не забежал. Я надеюсь, что... Я не помешал? Нет? А я вообще в правильном направлении иду или нет? Мне кажется, нужно вернуться назад и... О! Я подумал, ты баба. У тебя прям волосы баби. Баби волосы, а ты мужик, оказывается. Не стыдно? А? Ладно, а где у нас подъем на второй этаж? Это вроде был второй этаж, но тут у нас другие ступеньки есть. Кто-то бутылку, банку спрайта обронил или что это такое, фиг его знает. Может, не знаю. Не знаю, ребята, даже горшок для какого-то ребенка. О, я надеюсь, я правильно пришел, да, в конференционный зал. Нажми, чтобы начать трансляцию. Охренеть просто. Это карта чудо-юдо рыбакит, нафиг. Ладно, нажимаем, ребята, нажимаем. Я могу сесть? Да. Смотрим фильм в Майнкрафте. Давай посмотрим. Да. Привет. Да, привет! We're digging into the past is of the past, because we're digging into the future instead of the past. Мы копаем в прошлое, чтобы копать в будущее, вместо того, чтобы копать в прошлое. My name is Alan Columbus, and I'm the one in charge of running the operations here. Его имя Алан. Я уже сел. With a two-man crew to create a tunnel to the center of the Earth. 40 лет назад они отправили команду, чтобы сделать туннель в центр Земли. Один русский, один американец. Они отправили их, но команда потерялась. Новый ресурс, Ноксизиум. О, они сделали новую броньку с этого ресурса Ноксизиум, который там был сделан чего-то там, его знает чего. Нас наняли, чтобы мы путешествовали к центру Земли в этом костюме. Я уже хочу. Ага, то есть мы будем использовать наш костюм, чтобы добраться до вот этой бурильной машины, которая где-то потерялась там 40 лет назад с этими всеми командами. Ага, то есть вот поверхность, и вот три туннеля, нам нужно пройти три туннеля, чтобы добраться к центру Земли. И мы будем использовать наш костюм, чтобы туда добраться. То есть они знают, что находится в первом туннеле, знают, что находится во втором туннеле, но не знают, что находится в третьем туннеле, потому что там потерялась команда. Да. После того, как закончится конференция, можешь двигаться туда в подвал или что там, в арморную, как они это называют, чтобы найти свой костюм. Давай ты там попозаришь, а я пойду, а? У меня свои дела есть, ага. Да, все? Да? Я могу ходить? А? Да, да. Да, отпускаешь меня? Спасибо. Да. Да. Неловко. А, спасибо большое. Я уже думал, они меня никогда не отпустят. Так. Ну что? Где наш костюмчик? Я хочу костюмчик. Нет, нам сюда нужно. Нам сюда нужно. Носатые, здрасте. О, лифт. Офигеть, какой лифт! Как он плавно движется! Кто делал эту карту? Вы прям гении, нафиг! Вы прям гении. Здрасте, здрасте, Носатый, здрасте, как дела? Это все мне? Я могу выбрать любой? Прям любой-любой? Да? Ты уверен? А если я все себе заберу?
Нет? Ну ладно. Только один. Крутой у вас аквариум, мать вашу, с акулой внутри. Ладно, давайте не будем тут стоять, а то еще случайно стекло сломаем и... Жопа. Ну что, ребята? Бум-бум-бум, костюм на выбор. Please do not feed the shark. То есть, пожалуйста, не корми акулу. А если я хочу ее покормить? Опа, это что у нас тут? Мамонт? Ни хрена себе. Ладно, такой, в принципе, мне кажется, цвет тут не играет разницы, они все одинаковые, просто меняется цвет вот этого стекла. Мой любимый цвет оранжевый и также синий. Давайте я выберу оранжевый. Проверка, проверка. Элли, привет! Она будет сопровождать нас к центру Земли. Ага. То есть мы не можем касаться Земли, мы не можем касаться воды и также магмы, то есть лавы, да? А мы будем летать на этом костюме, капот, какие крылья крутые, к центру Земли. Офигеть! Так, куда нам нужно идти? Вот сюда? Пока, носатые, я иду спасать мир. Пожелайте мне удачи. Пожелайте мне удачи. Я пошел. Я надеюсь, я в правильном направлении движусь. Носатый. Ага. Тебе жопа, ага. Ты понял? Ты не можешь там что-то ждать, но тебе жопа. Если я не пойду спасать мир, тебе жопа. Ты понял? Ага. Я так и думал. Давайте, ребята. Давайте отправляемся в наше путешествие к центру Земли. А помни, прыгни в воздухе для того, чтобы активировать свои крылья. Элитра. Элитра. Нифига себе. Нажми, чтобы активировать. Только прыгай, когда это все будет открыто. Офигеть. Это карта. Мать его. Мама Мия. Я прыгать должен. Да идите вы в жопу, я отказываюсь от этой работы. Я пошел домой, пиццу закажу. Идите вы в жопу, туда прыгать. Да. Прыгните сами. А я домой пошел. В жопу спасать этот мир. Или все же спасем. Спасем! Давайте! Так, я никогда не летал на элитрах. Толком никогда не летал. Поэтому, ребята, я постараюсь спасти. Я всех вас постараюсь спасти в этой серии, ребята. Я буду вашим героем. Я постараюсь. Нам нельзя касаться воды. Нет! Не-н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 е! Давай! Набирай скорость! Нет! Ладно, понятно. И где я появлюсь? Ага! То есть мы это все должны пройти с одной попыточки! Да вы издеваетесь, наверное, да? Вы не думаете о том, что это немного сложновато будет? Ага, значит, все же я могу касаться воды. Меня это не убивает. Фулл спид, полная скорость. Ух ты ж, ёшкин кот, нифига себе. Нифига себе, куда я должен лететь? Я прилетел? Да! Такой музончик, прям танцевать хочется. Уа, круто, крутая карта. Так, куда нам нужно идти? Сюда. Так, нажми сюда, чтобы, ага, так. Круто. Я стою, не грузи меня, не грузи, баба!
Это не я пукаю, не, это меня моют, это меня моют. Так, второй туннель. Второй туннель. Идем сюда, ребята. Я надеюсь, что он не будет сложным. Офигеть. Мне туда прыгать. А я могу еще назад вернуться? Меня мама ждет. Мама ждет, ужин приготовила. Я домой. Давайте, ребята, вы там удачи. Бурите себе дальше, там к центру земли. Можете даже выкопать туннель на противоположную сторону земли, там в Китай, а я домой. Удачи. Но все же, ребята, если мы взялись за это дело, мы не отказываемся. Мы с вами герои. Я пошел. Первый пошел. Пошел. Не совсем пошел. Так. Это черт, куда мне лететь? Что тут такое? Я ни хрена не вижу. Офигеть просто. Это тяжело нафиг. Это тяжело, оказывается. Да вы издеваетесь? А как мне там пролететь? Так. Так, ух ты ж, ни хрена себе, это что, динозавры? Куда мне лететь? Что это такое тут? Офигеть просто. Нет, не падай, не падай, я тебя прошу, не падай, не падай, я тебя прошу, нет, нет, не думай даже падать. Не думай падать, пожалуйста. Охренеть просто, я это должен все пролетать? Куда мне лететь? Куда мне лететь? Я ничего не понимаю, что тут происходит! А! Что такое? Грузись, мир, мир, грузись! Лягушка! Ты что тут забыла в центре земли? А! Я... Нет, я не туда завернул! Нет! Между ног... Нет! Нет! Между ногами... Между ногами у тролля! Твою мать! Это так долго, оказывается, лететь нужно! Так, так, куда мне лететь? Опять не грузится! А оно в каждом... В одном и том же месте просто не прогружается. Как я должен знать, куда мне лететь, если у меня мир не прогружается? Охренеть просто. Да твою мать! Давай, 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 пожалуйста, миленький мой. Давай, 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 я так уже далеко добрался, я вижу выход, пожалуйста, пожалуйста, это выход. Да, да, да. Охренеть просто. Я дошел до сюда, ребята, это просто охренеть. И знаете что, ребята, так как сейчас у нас будет финальный уровень и потом сам финал, где мы увидим, спасем ли мы мир или нет, я этого не знаю, ребята, это все нас ждет впереди. Но, знаете, чтобы не делать полуторачасовое видео, пока мы будем проходить третий уровень, потому что он будет очень сложным и потом еще финал будет длинным. Поэтому, ребята, давайте мы с вами наберем 2500 лайков, а я верю, ребята, то, что мы с вами сможем это сделать. И я сразу же выпущу следующую серию с прохождением, где мы спасем мир или же нет. Увидим, ребята, я не знаю. Поэтому есть. Если вы хотите видеть новую серию как можно быстрее, пожалуйста, не поленитесь. Это всего лишь одна секунда, чтобы поставить лайк. Это очень быстро. Я вы, ребята, буду очень сильно этому рад, честное слово. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята. Я буду рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков. Также можете рассказывать об этом видео своим друзьям, делиться ВКонтакте, репостить на стену. И также, ребята, оставлять свои комментарии, потому что я читаю комментарии и также постараюсь на них ответить. Большое спасибо вам за просмотр. Приходите на мой канал завтра, потому что каждый день выходят новые видео. Каждый день я вас жду, ребята. Ребята, на просмотре, никогда не стесняйтесь, всегда приходите, я всегда буду рад вас видеть. Ребята, еще раз большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.